Для знакомства с буквами, для обучения чтению, для развития фонематического слуха использую такие домики. В этом домике живет буковка У, есть кнопочка, на которую мы можем нажимать, и есть такая дорожка. Значит, называем ребенку букву и бежим по дорожке, тянем У, или коротко нажимаем на кнопочку У, У, У. Здесь же у нас есть картинки, которые начинаются на У. И называем там Уля, улитка, удочка, унты, ухо, улица. Картинки на липучке. Можно также использовать эту игру для того, чтобы ребенок запоминал для развития памяти. Да, назвал все картинки, потом какая-то картинка исчезла. Нужно вспомнить, какой картинки не стало. Не стало удочки или не стало улитки. Да, спряталась улитка, не стало улитки. И еще одна у нас игра. Значит, вот такая. Здесь, по-моему, все на звук А. Кнопочка, когда ротик широко открыт. А. И что у нас тут есть? Арка. Так, арки. Разные вот есть арки. Девочки Ани, ананас, альбомы разные, астра, акулы тоже разные виды, не все сюда поместились. То есть это тоже можно использовать на развитие фонематического слуха. Перемешать с другими карточками, например, для звука У, и уже находить, есть в слове звук там А или У, или нет такого звука.